Друзья, привет! Сегодня будем делать прививки вермекам осенние для всех овец. Хотел, ну, мы уже пробовали двум овцам делать с таким пистолетом автоматическим. Достаточно удобно, когда большое поголовье. И используем вот такие иголки. Они маленькие, в таком боксе. Когда-то я купил в магазине ветеринарном. Сразу их продезинфицировал. Удобно их укладывать. И прям в этой подставке их можно использовать. Иголка маленькая, потому что, ну, удобно сразу в глубину, вглубь мышц, и делаем инъекцию. Мы в прошлый раз использовали вот такой. Штакетником делал загороду, она чуть подлиннее, трехметровая, но овцы все равно они видят небольшую щель, просвет, и поэтому через нее пытаются, ну, когда в стрессе, со страху, пытаются в эту щелочку протиснуться, в общем, ломают ее, в общем, нам не показалось это удачно, и сегодня решили попробовать использовать такой OSB лист. У нас, в принципе, он стандартный лист, 2,5 метра. Сейчас будем им загонять. Использовать будем вот этот. У нас нет раскола, так называемого. Я думаю, ну, это не то, что какой-то супер опыт, но если у кого-то похожие условия, то также может пригодиться, ну, наш вариант. Мы будем загонять вот в это пространство. Здесь они, надеюсь, не перескочит через ясли, и здесь достаточно высоко. Соответственно, мы листом отгородим и будем в маленьком пространстве будем их перевивать. Сейчас мы, пока у нас оператора нет, мы вдвоем, поэтому мы сейчас загоним их сюда и потом продолжим съемку. Ну вот мы лист приготовили, там он упрется в ту стойку. Сейчас мы их сюда прогоним и перекроем этим листом USB. Оп. Так. Не спеши. На, подержи. Да. Ну вот она пытается, пройти не может. Наверное, было бы получше бы еще бы мельче. Еще меньше. Ну. Попробуем так, если что, корректируем потом. Ну вот так получается, конечно, одному не совсем подручно, но если не держать второму человеку вот эту перегородку, то они ее, как я показал, начинают выдавливать. Поэтому, ну, в принципе, одному с подручным. Вот так прихватываешь, прижимаешь и делаешь инъекцию заднюю ногу. В принципе, есть место вот здесь, колет. В область крестца, ну, где вот корень хвоста. Но здесь нужно другой рукой прощупывать, не очень удобно, поэтому надежней бедро. Вот баран, у нас на нем цепочка, его тяжелее держит. Мы решили воспользоваться, заодно нащипать у него остатки на холке. Барану сделали 1,5 дозы. Так, в этот момент я очень. Важно их не спутать, кому сделали, кому не сделали. Конечно, можно было бы выпускать, кому сделали,
Ну, мы, в принципе, их в лицо знаем, поэтому. Осталось три матки. Мы их доделаем. Так. Чик. Так, у нас осталось еще это белое. Есть. В принципе, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 голов мы привили за минут 10-15 подготовкой. В принципе, можно рекомендовать. И, конечно, вот эти пистолеты для инъекции. Хорошая вещь, ничего не говорит. Что, или как? Что они говорят? Так, ну здесь у нас отдельно матка с двумя ягнятами. Кстати, вот так они уже выглядят. Сколько у нас, когда они родились, сколько? Ой, уж недели-то две. Еще месяца нет? Нет. Недели две или три, что-то уже не помню. Когда одно, то можно просто поймать. Но вот это минус этого инъектора, что когда на дне остается, то она уже хуже забирает.